Ольга Чемоданова пришла в МФЦ распечатать старенькую фотокарточку любимого дедушки. Он прошел всю войну и стал настоящим героем Великой Отечественной, достойным почести и уважения. Он, будучи командиром стрелковой роты, умело провел разведку, увлек в атаку за собой все отделение, ворвался в траншею противника, убил 5 фашистов и сам в этом бою был ранен. В семье Ольги есть старый добрый обычай – ежегодно проводить День Победы в деревне, где уже после войны до глубокой старости жил ее дедушка. В этом году семейную традицию изменит. Вместе со своим героем она впервые пройдет в бессмертном полку. Вот в этом году у меня, к сожалению, нет возможности к ним присоединиться, поэтому я решила почтить память дедушки вот таким вот образом, поучаствовав в акции «Бессмертный полк». Все желающие поучаствовать во всероссийской акции тоже могут прийти в многофункциональный центр и распечатать фотографии своих родственников, причем абсолютно бесплатно. Любой гражданин Российской Федерации имеет уникальную возможность пройти с портретами своих предков, отцов, дедов, прадедов по улицам города и отдать почесть таким образом тем людям, которые сумели добыть для нас мирное небо над головой. Сделать портретное фото можно в МФЦ с 8 утра и до 8 вечера, в любой день, кроме воскресенья. Фотографии распечатываются в размере А4, ламинируются и отдаются в тот же день. Также можно распечатать фотографии и в Реутовском музее. Они будут гораздо больше в формате А3, но получить их можно уже непосредственно перед праздником. Каждый может прийти, почтить память своих предков, принести фотографии. Мы их сканируем, ламинируем. И 7-8 мая они могут прийти совершенно бесплатно получить. Напомним, сама акция пройдет в городе 9 мая. Маршрут такой же, как и в прошлом году. Шествие «Бессмертный полк» начнет от Мемориала Славы, далее пройдет по улицам Ашхабадская, Новая, Ленина и Победы. В этом году ожидается более 5000 человек. Анна Егошина, Сергей Сомов для РТВ.